Всем мое почтение, друзья. И вот сегодня, 8 сентября 2022 года, появилась такая новость трагическая для всего народа Великобритании. Умерла королева Елизавета II. Аж тяжко говорить об этом всем. Все-таки столько живу, ее помню. И вот хотелось бы поинтересоваться вашим мнением. Как вы считаете, она сама, так сказать, естественным путем ушла в мир иной? Ее Бог забрал? Или все-таки, как говорится, ей помогли? Могли помочь ей умереть? Вот на ваш взгляд. Мы все привыкли, что вот Европа, Великобритания, там все вроде бы по закону. Но все-таки какое-то подозрение у меня есть, что ей помогли. А может быть, это все потому, что мы в странах СНГ привыкли, что тут постоянно кого-то убирают. Но все-таки, мне кажется, этой королеве помогли. А вы вот что думаете? Напишите в комментариях ваше мнение.